Всем привет, с вами Надежда, и сегодня мы, как всегда, в каком-то цветочном саду. Хочу вам показать, что тут продают. Вот такие вот прекрасные цветы вовсю цветут в Англии. Не знаю, что это за цветы, но очень красивые. Разных цветов. Тюльпаны желтые, 6 за 10 паундов. Вон они уже вовсю цветут. Расцветают вовсю. Вот такие елочки пушистенькие, красивые. 30 паундов стоят. Колючие. А вот здесь английские розы. Самые разные. Разные. Какой вообще только душа пожелает. Что это такое? One in a million. Excellent in most condition. Сколько она? 9 фунтов. Красивая роза вот эта. Я выбрала другую. Сейчас покажу, какую я выбрала. Вот, я вот такую выбрала розу. Написано очень-очень ароматная. Не могу понять, какой... А, ну вот, она была выведена Harkness какой-то. Я не знаю, кто это такой. Которая... Она была представлена, эта роза, в 1975 году. Английская роза какая-то. А, ну вот этот Harkness, я не знаю, collection. Это, видимо, какой-то человек. Английская роза. Вот такую я возьму. Тут, потому что такой выбор роз, что прям глаза разбегаются. Ух ты, что это такое? Колючки. Какие-то ажурные колючки. 8 фунтов такое деревце стоит. Вот она, роза, которую я возьму. И стоит она 8 паундов. Посмотрим, что из нее вырастет. Вот такой вот хороший такой отросток. Не отросток, а как называется? Обрезана была, видимо. Здесь же продаются небольшие домики, но стоят они очень дорого. Вот это используется для того, чтобы складывать бревна для каминов. 275 стоит вот такое сооружение. Домик, вот небольшой сарай, почти 500 паундов. А вот этот стеклянный, в нем бы хорошо бы куры мои смотрелись. Но стоит он аж 1240 фунтов. Напоминаю, 1 фунт 70 рублей. Ну, дорогая, кажется, цена для такого сарая, для кур. Здесь тоже деревья продаются разные, плодовые. Вот, например, яблочное, яблоки кокс. 25 фунтов стоит такой вот. Я свою грушу, не грушу, а сливу покупала за 6, что ли, паундов. Но она была не в горшке и не такого большого размера. Кусты, кустарники, которых я не знаю названий. Это у нас что, бамбук? Елочка тоже, еще елочка, 13 фунтов. Пальмы, маленькие пальмы. Непонятно, сколько стоит. Ох, сколько напихали в одну. Это что, это нарциссы. Там земля-то есть вообще? Как напихана она, эта луковица. Какие красивые. Фу, пахнут невкусно. А вот огромное дерево, толстенное. Я даже не знаю, сколько ему лет этому дереву. Это оливковое дерево. Вот такое большое, толстое оливковое дерево. Просто огромное. А это что? Что это такое? Не знаю, что-то... Канвалярия какой-то. Не знаю, похоже это на ландыши, что ли? Или что-то вроде такого. Зайчик. Зайчик хорошенький. 9 фунтов. Птички. По 3 фунта 30 пенсов. О, это же фазан. Да? Точно фазан. Фазан стоит сколько? 47 фунтов фазан. Че он такой дорогой? Крокусы. Какая красота. Вербы. Вот так вот сформированы деревья. Очень часто в Англии вижу такие вербы. Здесь оно воском заделано, обрезана верхушка. И вот так вот спадают его ветки красиво. Ой, шмель сидит. Шмелик. Эй, шмель. Весь в пыльце, весь желтый. Шмель, наверное, в шоке. Шмель, ты на ютюбе. Ногу поднял. High five. High five. Дай 5. Смешной шмель, весь желтый. Тут же сидит какая-то муха.
тоже облизывает вербы. Шмель весь желтый. Ничего себе. Хай-фай. Да, лапу дает. Видите, какие шмели в Англии. Хороший шмелик, хороший. Ну, какой ты пушистенький. Цветы искусственные, как натуральные. Я уже думала, натуральные, что ли. Искусственные цветы. Я вообще не люблю искусственные цветы. Растение, которое муха должно ловить, по идее. Где-то оно не ловит. Ну, в общем, должно, по крайней мере. Кофейные бобы в кружках. Ой, а это я знаю как-то. У меня такое растение было. Как же оно называется? What the name of this? Амарилисы. Точно, амарилисы. Спросила я у продавщицы. Какие красивые цветы. А внизу как будто бы курочки. Вот такой домик. Не знаю, мне кажется, курочкам там будет тесно. Наверное, для кролика. Но там поставлены статуэтки курочек. Алоэ вера. Вон оно. Это такой домашний цветок, да? Везде в России, по-моему, у всех он растет. Лимоны. Кумкват, нет? Точно, кумкват. Сколько он? 35 паундов стоит. Кумкват интересен тем, что его можно кушать вместе со шкуркой. То есть вот этот плодик, он, у него шкурка сладкая, а серединка кислая. То есть его просто берешь и кусаешь пополам. Очень вкусный цитрусовый. Дальше тут бонсай. Маленькое деревце. Ой, какое красивое. Что это за... А, это искусственное, не натуральное. А это... Что это? Ой, так сильно пахнет. Это, по-моему... Как же это называется-то? Жасмин, точно, жасмин. Очень сильно пахнет, ароматный. Такие статуэтки. Едем домой с этого магазина. Хочу показать вам. Купила кабачки, семена кабачков. Написано All Green Bush. Это такое название. Не знаю, как, что это такое, но вот так называется. Сколько здесь их штук? А, вот 15 семечек. В принципе, мне это схватит с крышей. То есть хватит, очень много. И еще купила свеклу. Называется Болтарди. Не знаю, Болтарди или Болтарди. Вот так называется. И тоже 250 семян. Ничего себе. Да, я думаю, мне их хватит. В общем... Вот такой обзор был интересного магазина. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. С вами была Надежда.